Хорошего утра. Все время в программе в нашей что-то тестируем. Сегодня будем тестировать вообще интересные вещи, которые для родителей отличная подмога. Отличная подмога. На выручку всегда приходят подгузники. Но вот дилемма. Сейчас подгузников и так был достаточный выбор в магазинах. Но сейчас появились конкуренты азиатские. Многие родители переходят на японские подгузники. Кто-то рекомендует китайские, мол, они лучше. Мы решили взять и те, и другие и проверить. У нас здесь есть... Муни, вот эти первые подгузники, это из Японии, одна штука 18 рублей. А следующий подгузник называется Гун, тоже Япония, вот одна штука 19 тоже. Рублей. 15 рублей Хаги, производство Чехия. Хагис 15 рублей за штуку. Я сразу голосую за них, потому что здесь персонажи Диснея. Очень красивые. И еще один вариант, это уже не японский, не европейский, это китайцы. Йоко-сан. Йоко-сан. Это китайские подгузники. А как мы их протестируем? Естественно, жидкостью. Сегодня мы взяли цвет. Самый контрастный цвет. Самый контрастный цвет, да, из возможных. Потому что если бы мы использовали натуральный цвет, было бы незаметно. Это контрастный цвет, это сок. Поэтому давай, наверное, одновременно два подгузника польешь ты и полью я. Будет, конечно... Я готов. Сложно это сделать аккуратно, готов. Но я попробую. Давай, раз, два, три. Два, выливаем. Три, пробуем. Ой-ой-ой-ой. Вау, смотрится. А вот справится, интересно, с целым стаканом. Смотрится, конечно, эффектно, что тут сказать, этот контрастный цвет на подгузниках. Вот мы закончили. Чуть-чуть. Надо подождать, да, немножко? А я даже не знаю. Пока мы с Василием, к счастью, пока не знакомы с этими вещами. Но, тем не менее, надо готовиться. Тяжело в учении, легко в бою. Вот тебе две салфетки, чтобы проверить, насколько хорошо. Я думаю, еще нужно подождать несколько секунд. Дадим Давайте шанс подождем. Подгузникам. Еще раз скажем, что сегодня у нас самые, наверное, дорогие подгузники получились. Гун, это вот эти 19 рублей штука. Вторые как раз да. у меня. И рядышком Хаги самые недорогие, самые дешевые, 15 рублей. Но при этом какие яркие. Мне вот очень нравятся. Диснеевские персонажи. Диснеевские принцессы. Василия. Очень, очень мило. А сколько нужно ждать, вот мне интересно. Да, наверное, уже можно. Ребенок уже, в общем, сделал свои дела, да, предполагаемый. Нужно проверять слегка. Ой, я чувствую влагу. Я тоже чувствую влагу. К сожалению, влага чувствуется. И в первом, и в другом случае. Убираем я представляю, руку. Как малышу холодно. Да, неприятное ощущение. Ой-ой-ой. Но, смотрите... Ой, смотри, вот тут вообще почти ничего. Почти справился. Это первый, да? Ну вот, смотрите, пока у нас салфетки не высохли, в моем случае самыми мокрыми оказались Хагис, Чехия за 15 рублей. Вот видите, какой след огромный. А другой, который был рядом со мной образец, здесь поменьше, Йоко-сан, но тоже я чувствовал сильно влагу, неприятное ощущение. У меня первые Муни, и вот они показали лучший результат здесь. Ну, я бы сказал, идеальный. Да. А ты нормально надавливал? Вот давай возьмем просто еще одну салфетку, чтобы Давайте не быть голословным, и ты сам можешь попробовать надавить сюда. Так. А, ну да, эти... Чувствуется, конечно... Я не чувствую влагу просто. Может, надо было подольше все-таки им дать настояться. Вот сейчас я когда сильно надавил, то есть я весом всем своим давлю, я чувствую, что холодно из-за влаги, но не мокро. А вот те два образца, которые Василий, я изначально... Может, ну мы вот, мало смотрите. Ждали? Уже получше стало. Но тоже, да, у тебя здесь вообще отличный результат. Но все результат. Равно ребенок-то не будет проверять, да, ждать. Дважды или трижды надавливать. В общем-то... И моей рукой я... Ну, получается, что? Японские подгузники действительно так хороши, как Подождите, хвалят родители? Подождите, я давлю сейчас на Йоко-сан. И, в принципе, смотри, только в одном месте у меня... И ты видел, что я давил всем телом? Ну да, да. А теперь попробуй давай еще раз самые популярные свои Хагис. Подгузники. Может быть, им надо было все-таки впитать побольше? Подождать побольше? Ну, мы уже достаточно подождали. Все но равно у тебя вот все, я давлю, да, все равно влага все равно. Меньше, но есть. Смотрите, вот китайский аналог подгузников, производитель. Совсем немного здесь это получилось. Это второй уже нажим. Да, это уже второй нажим. Но, конечно, безусловным лидером сегодня Абсолютно. У нас Муни стал за 18 рублей штука. Вот как они примерно выглядят. Муни. Какой рисуночек на них. Отлично справились. Ну, в принципе, вот сейчас даже без салфетки я трогаю. Влажно... Я удивлен. Я делал ставку, конечно, на диснеевских принцесс, потому что... Они разные, посмотрите, по структуре получились. Вот эти как-то такие были очень плотные, а здесь влага распределилась по всему подгузнику. Угу. Здесь как Хотя будто здесь такие... тоже. Ну, этот вот, у меня пальцы даже мокрые.
Ну да, по нему видно, что он такой влажный. Пальцы мокрые. Вот. А это вот прям отличный результат. Отличный результат. Так, получается, победили в нашем таком любительском независимом, тесте, да, эксперименте. Муни, Япония, цена 18 рублей штука. Йоко-сан, вот мои, которые поближе стояли, китайские, не то чтобы блестяще, но... Весьма неплохо тоже. Весьма неплохо справились. Подгузники сейчас отлично справляются, но пока у нас явный аутсайдер здесь наметился, не будем его называть. Ой, мне потому так что жалко. Василий очень, очень я делал ставки персонажей. На Хагис, на вот этих принцесс, что они будут идеально впитывать, а они вон, да даже вон течет. Ну что это? Даже принцессы сегодня оказались не идеальны, в отличие от японских подгузников, Василий. Я так им верил, моим красавицам. Ну что ж, утешьте себя сублимацией по поделке.